Ребята, я уже рассказывал вам о том, что вы можете заказать индивидуальный проект. И мы можем взять под заказ определенную, кастомную, необычную формы банку, необычной формы структуру и сделать вам так, как нет ни у одного человека в России, а то и в мире. Здесь у нас штатная банка на Hammer H2, а здесь полностью наша работа, кастомная банка, которая была изготовлена специально, индивидуально и на заказ под этот автомобиль для клиента. Второй такой аналога нет. Банка, она двухрежимная. Это значит, что она будет работать громко, когда заслонка эта открыта, и будет работать тихо, когда заслонка закрыта. Банка полностью повторяет геометрию штатного глушителя и вместе с тем имеет ряд преимуществ. Во-первых, она не будет так гнить, как штатная банка. Во-вторых, она будет отлично вписываться и звучать на открытом режиме именно под этот автомобиль. Все было произведено с инженерным расчетом для того, чтобы весь звук выхлопа гасился в этой банке, с другой стороны, для того, чтобы повысить производительность автомобиля и выпускной системы, когда мы открываем заслонку. Здесь видно то, что эта банка дешевая, закатная, она из низкого стали металла уже разваливается, и она звенит. Ну, собственно, это не влияет ни на что. И здесь, кстати, она покрыта специальной вот этой штучкой, чтобы сама банка не ржавела, не гнила. Но это предусмотрено было не для российских условий, потому что сюда набивается снег, влага, и банка быстрее прогнивает. Эта банка и полностью из 304-й нержавеющей стали с мелкой перфорацией. О, такой! Здесь у нас заслонка 76-я стоит с двумя болтами для того, чтобы плотнее закрывался и был именно тихий режим. В обход идут дополнительные магистрали для того, чтобы на закрытом режиме она работала тихо. Она даже немножко по размеру она не уступает штатной банке, соответственно, там огромное количество наполнителя внутри. По весу она примерно такая же, как штатная банка, но по качеству набивки внутри, если в этой банке нет набивки, то здесь идет именно керамическое волокно, которое держит высокие температуры.